Каждый месяц на 4 часа кабинет депутата Леонида Григорьевича Брича становится центром притяжения горожан, для которых помощь народного избранника становится практически последним шансом на успешное решение проблемы. Вопросы звучат самые разные – от судебных тяжб с таможней до решения внутрисемейных проблем с лишением отцовства. Сегодня для многих беседа с депутатом – это возможность достучаться до самых высоких инстанций. Люди, которые приходят на прием, наверное, в первую очередь и к депутату, хотят больше, наверное, понимания того, чтобы где-то, может быть, их, чиновники где-то, может быть, в какой-то степени обидели, где-то, может быть, в силу своей занятости не до конца есть время уделить внимание. Ну, а когда они приходят с такими чаяниями, где-то, может быть, и обидами какими-то, вот они здесь, им пытаешься объяснить, и я, и вот мой помощник, по-человечески, что да, это есть вопрос, есть проблема, но в какой-то степени она в будущем где-то решаемая. Тезка депутата Леонид Григорьевич Бугаев – председатель одного из брестских жилищных кооперативов. 10 лет мужчина проработал на этой должности и вот уже год пытается решить проблему, возникшую с назначением нового руководителя жилищного кооператива в обход общего собрания жильцов. За обширной перепиской с различными инстанциями чувствуется обида. Председатель готов уйти, но хочет со стороны администрации человеческого отношения и внимания. Последняя надежда – вмешательство депутата. Личное общение и понимание двух сторон, один одного, конечно, дает шанс и возможность решить вопрос положительно, с учетом создавшейся ситуации. Я буду добиваться, я верю в властные структуры, что найдется порядочный человек или ряд людей, которые, безусловно, решат проблему. Тем более я пошел на компромисс. Только в 2017 году во время личных приемов к Леониду Бричу обратились 80 жителей Бреста. За неполный нынешний – больше 60. Для депутата личный прием граждан – это не только возможность увидеть и услышать проблемы, волнующие сегодня горожан. Это своего рода срез народного мнения и способ для успешного продолжения законотворческой деятельности. Те дополнения и изменения, которые вносятся в существующие законы, а потом дополнения и изменения, которые мы делаем в законопроекты, вот и рождается. Вот я пример могу привести, это обращение, которое было в прошлом году, оно и в этом году периодически возникает, в части вот садовых товариществ. Сегодня не секрет, что в садовых товариществах дома не садовые, уже домики, хотя по закону они называются садовыми домиками. А они же вполне конкретные жилые дома, в которых комфортно можно проживать, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я уже в какой-то степени инициирую и пытаюсь инициировать, внести дополнение, изменения в существующую нормативную базу для того, чтобы придать им статус жилых. Сегодня в рамках личного приема граждан Леонид Брич принял 7 человек. В ближайшее время многие из озвученных проблем найдут отражение в депутатских запросах. Часть будет отправлена по инстанциям в поисках возможного решения. Заключительный в 2018 году личный прием граждан депутат проведет 26 декабря. Ирина Лешова, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БОК ТВ.